Пансионат ветеранов труда находится в Левобережном районе, около МКАДа Ленинградского шоссе. Поют птички, беседочки есть такие. Фонтанчик. Псевдо. Здесь проходят концерты ансамбля «Катюша» и другие. Речушка. И небольшая церквушка с колокольней. С 11 этажа открывается живописный вид, которым мы полюбуемся. А, сегодня дети выступают, да? Угу. Ой, вот я хотела на детей-то попасть. Сейчас уже в 11 сегодня начали. Да. Здесь находится концертный зал. Такой вот вид на МКАД. А вот такой вид на Ленинградское шоссе. Там центр. Сюда в области. Канал имени Маскова. Небольшая библиотека. И пошел огромный.
сердце.